YouTube, всем привет, с вами Жора. Еду сейчас на тренировку, будем бомбить грудак, плечи, поснимаем вам немножко. Давно меня не было на канале. Кому интересны мои планы на будущее, скорее всего я буду делать массу. Осень я пропускаю и отъедаюсь. Буду набирать 120+. Посмотрите, что такое мясо. Что такое мясо в натуре. Жора XXL в натуре будет. Осталось мне отдыхать 2,5 недели. Нагрузки у меня сейчас легкие. Короче, особо не напрягаюсь, чисто занимаюсь в кайф, кушаю. 4-5 приемов в день. Ну и плюс, бывает, закидываю какой-нибудь гамбосик. Сегодня, например, суши залетели. Но только один раз в день. И плюс 3-4 нормальных приема. И эти приемы в основном минутоид. Кстати, пользуйтесь услугой минутоид. Очень удобно. Вкусно, полезно. Это лучше, чем вы будете там, если ты работаешь, тебе некогда, да? Пойдешь куда-нибудь в столовую, в которой тебе наложат, накладут, как там говорится, риса или что-нибудь, бюрехи. Положат тебе котлету, в которой наполовину углеводы. Потом это все зальют соусом, в котором мука. Короче, очень полезная еда в столовых. А ценник 3,54 евро. Да, а минутоид то же самое, та же цена, только без всяких добавок, которые вкусовые, всякие муки, ничего нету. Все полезно, вкусно и удобно. Так что, кому интересно, заказывайте minutoid.eu. Вот такая вот рекламка вышла. Кстати, кому интересно насчет персональных тренировок, народу у меня уже набралось нормально. Бывает даже до 8 тренировок в день получается. На самом деле я столько тренировать не буду. Но вот когда у меня начнется подготовка, когда на массу я начну, я сбавлю тренировки до 4 человек в день. Больше я тренировать не буду, потому что это сильно выносит. Очень сильно косячишь с едой. Некогда поесть или еще что-нибудь. Ну, короче, это сложно получается. Это будет очень сильно бить по форме. Так больше времени на себя уделяешь. Короче, будет 4 тренировки в день у меня максимум. Так что, кто еще хочет успеть, до примерно середины августа еще места есть. 2-3 человека могу взять. А так у меня будет только тотальный контроль. Тотальный контроль онлайн. Что это такое? Это целый месяц мы... Каждое утро взвешиваемся, я вам говорю, по этому весу, по вашей форме. Как я узнаю форму, вы фоткаетесь. Я все рассказываю, как надо сфоткаться, как взвеситься. И поэтому я смотрю, что вам надо кушать, какие упражнения делать. И вот так мы работаем целый месяц, каждое утро общаемся. Я вам даю задание, и вы исполняете. Вот, в основном я буду заниматься вот такими делами. Это кто не успеет на персоналку записаться. Так что, если кому надо, пишите мне. И поспеши, а то ты не успеешь. Пропустишь такие жесткие нагрузки, которые не даст тебе никто. Хороший пинок, хорошая мотивация. Ну и хороший результат. Когда-нибудь жрал столько спортпита? Нет. Сразу? Нет. Так, надо тебе насыпать. Чуть-чуть. Надо снимать. Немножко ПЦА на корме человека. Никогда не ел. Сейчас запрет. Сразу масса попрет. Да. Сухая. Сразу килограмм наберет. И не только масса. И жир будет гореть. Жир гореть будет. Ну, muscle pump. Что это такое? Здесь до хрена всякой херни. Короче, для того, чтобы пампало. Кто-то, а всякая такая. Кто-то да? Сегодня спать не будет. Да не, он не такой, он от него не прет, но раздувает. Домой в дверь не зайду. Еще отдельно аргинин этот долбанил. На 4 капсулы закинем.
И вот такую вот штучку еще. Кальций магний. Огонь. Да. Чувствуешь? Сейчас пойдет жара. Уже торкнуло, что ли? Давай еще эту штучку залей. Сможешь открыть вот так вот? Просто выкрутить? Сможешь? Сил хватит? Хватило сил? Смотри, не совсем дрыщ. Ни хрена ты мощный. У меня не получалось. Может, такая баночка попалась. Хорошо, все, готов. Получится у меня открытие? Следующий. О, что-то до этого не получалось. Ты просто посмотрел на меня и решил сказать, я же не дрыщ, да? Вот они мои таблеточки. Без них невозможно качаться вообще. Как можно без этого качаться? Без понятия. Если бы не спортпит, я бы вообще не накачался. Я бы вообще не занимался, да? Не занимался бы, смысла нет. Вообще ничего не работает. А как только принял, сразу пошло. Ладно, хватит шутить насчет спортпита. На самом деле, самое главное, это минутой. Правильное питание. Где твоя порция? Где моя порция? Ты уже сожрался. Тебе видно, что ты много жрешь. Сколько ты ешь на самом деле? Чего? Еды. 8 раз в день. 8 раз? Да. Сколько у тебя белка, углеводов? Углей 200. Белка где-то тоже 200. И жиров 100. Если ты на 8 делишь, сколько у тебя за день прием? Блин, да я так, на глаз. Просто примерно это сколько получилось? По 30 грамм? Ну, типа того. Нормально. Белка за раз. Хорошо. Ладно, что, будем качаться. Тренировка у нас будет плечи и грудь. Начнем с первого упражнения. Это будут махи перед собой, гантели. Погнали. Делаем 4-5 подходов по 12 раз. Кто начинающий, можно 3 подхода, кто средний, можно 4 подхода. Кто уже чувствует себя суперменом, там 5-6 подходов по 12 раз. Честно, мне впадло вообще заниматься. Пусть занимается. Я попью, постою. Хорошо. Ему осенью выступать. Что? Что он выдал? Осенью выступать ему, а мне не надо. Хорошо. Я массу поднаберу, если твой маленький. А он большой. Посмотрим, просушим, может хорошо будет. Потом больше станет. Хорош, давай, давай, давай. Борода мощная. Хорош. Так, упражнения закончили, сейчас будем делать разводку вот в этом тренажере. 4 по 15 раз.
Чуть-чуть до максимума не добрал еще. Вес вообще не важный, главное мышцу чувствовать. Что, ты прибавил что ли? Да. Давай, давай. Хорош. Вот она. Как грудак? Горит. Хорошо. Так, делаем махи гантели в стороны. 4 по 12 раз. Кто начинающий, делайте 3. Кто лучше, чем я, делайте 5-6. А кто вообще крутой, может вообще не делать. Че, эликсир пьешь? Сейчас, погоди. Ты ждешь? Да. Чудо эликсир. Сейчас попрет. Уже прет. Лежа в наклоне делаем 4 по 12. Короче, мы все делаем свободный вес на 12 повторений, а все блоки и всякую хрень по 15. А вы считаете? А то вдруг он вас обманывает. На моем канале пиздеть нельзя. Махи штанги подбородку.
Смотри, как брать. Как руками брать? Насколько широко? Кто-то берет узко. Вот так берите. Вот есть отметки обычно на грифах. Я беру пальцем вот здесь, вот, где заканчивается рисунок. Оп. Оп, и попер. Следующий. Хорош. Че, как чувствуешься? Шикарно. Как мышцы забиваются? Не. Аргининчик работает? Ну как, смотри, вот до этих трен ты вот тренил. У тебя был такой памп, как сегодня? Когда как? Бывало? А сегодня пампит хорошо? Сегодня вообще огонь. Супер. Все горит. Хорошо. Че, погнали, как кроссовер. 4 по 15. Последнее упражнение на грудь. На сегодня. Хорошо. Последнее упражнение, жим гантелей, сидя, 4 по 12. Самое главное, это вот этот стук. Чпок. Если не дотронулся, не считается. Один. Я сбился. Один. Сколько я сбил? Не знаю, ребята посчитают. Произошел маленький косяк. Случайно снес камеру. Оператор лошара.
что, тренировку закончили? Что, тебе понравилось тренинг? А то. Ты пробовал так когда-нибудь? Плечо, грудь? Плечо, ну, грудь. Я не так делал. Грудак отдельно, плечо отдельно. Я тоже раньше так делал, потом мне подсказали. Вот такую программу интересную, мне понравилось. Теперь всегда тут качаемся. Че, ладно, всем, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Нет. Больше комментариев. Больше лайков. Всем пока. Давай. Пока вы лайки ставите, пишите комментарии, я буду кардио делать. 20 минут, чтобы сильно не зажиреть, чтобы спалить мои суши, мои гамбургеры и всякую говноеду. Все, всем пока.